Так, давай тыкнем. Option button. Чё-то ни меню, ничего. Так странно. Вот, что по звуку? Так тихо. Что? Что-то это все логотипы, по-моему, контурские, не? Заикается? Эхо? Но тихо. Чувствую. Выглядит сильно. Егеры. Егеристы. Подожди. Это какой период времени-то? Прям после Alien Wars, что ли? Мы что, за этого будем играть? Опять. Как его там зовут-то? Главного злодея хардкорпуса. Ой, не, удаляли те. Чё, это Unreal Engine? Чё со звуком в этой игре? Кайзер? Yeah, the landing was fine, but my gun's not. Maybe your weapon control system's down. Just wait for it to restart. We're on the clock, so check your equipment on the move. Тончика 01, да. Классно, здорово, спасибо. Вот, я тебе о чем говорю. Здесь очень странное управление. То есть ты... То есть ты ходить-то можешь? Ходить-то ты можешь. Проблема в том, что никакой паузы нету даже. Я вот Option жму, и ничего не происходит. Так странно. Не, ну стрейф понятно, на правый стик. Окей, термал гейдж. Окей, тут перегрев. В контре перегрев есть! Зачем? Зачем в контре перегрев есть? Прикольно. Я не знаю, чья эта идея хорошая была, такая L1 сделать на прыжок. Ну, в смысле, X понятно, вот L1. Даже не знаю.
А я, с другой стороны, натурально как-то. На L1. Frag all the fiends! Та-та-та-ра-пам! Та-па! Та-та-ра-та-рам! Та-та-ра-та-рам! Подожди, только на время боя, что ли, эта музыка играет? Я вообще не против. Серьезно? Тихо. А что такое вот это? Есть курить. Хорошо. Ну, сейчас разберемся. Я не знаю, насколько мне нравится фиксированная камера, вот эта вот. Кто это поет? Честер Беннингтон? Ну вот это что такое вот? Я даже не вижу, кто идет и почему. Коды? Какие нахер коды? Там, куда мы идем, нам не нужны коды. Не, ремикс интересный. На себе додж. О, господи, что за крипота? Поднимать? Что? Почему? Зачем? Ну все, начался рогалик. Да. Скилл? Воу! Чуть у меня вдруг эска появилась.
this glowing gold shithead? Я внезапно пришел в другую игру. Что за спешл мувы? Что за спешл мувы внезапные? Окей, босс стена, классно. Это Рофман. Оу. Двигай. Go. Люблю коды вводить. Are we getting any closer to that illegal organ bank? You mean the chop shop? Yeah, we are. The rest of the team should already be there. You need to move your ass, Kaiser. Че? Магазин нелегальных органов? А у вас есть магазин легальных? Чоп-шоп какой-то. Почему так странно было? Да на какой там стрейф-то, еб... А, выглядит как PS3 игра. Очень сильно как PS3 игра выглядит. Ну, это туториал просто, да? Поэтому пауза здесь не работает или что?
Our priority is to save the hostage, so try not to kill him like our last mission. Yeah, yeah, 10-4 and all that. Кто такой Кайзер? Я все пытаюсь вспомнить. Тут кто-то вроде... You maggots start the party without me? Rogue Four, you know the drill. This is Kaiser. Max he led Doyle. An elite team of Contras during the war. Now okay. He leads us. See that drill he's got instead of a hand? He's real proud of it. Нет, я понял. Чего? Your input was not requested, but here's mine. This is Miss Harakiri and her alien gut bucket. They survived Miss Harakiri together during the alien wars. That sword plunged into his mouth is the only thing keeping that asshole from possessing her body. But when she does pull it out, her power scale goes through the roof. Oh, dash it all! You soiled my armor! This is the gentleman. He was used in an experimental program during the Alien Wars, but he somehow stayed the sweetest bug you'll ever meet. He'll blow your brains halfway across the room, but in the lightest way possible. Panda! Hungry beast! I love him so much. HB is actually a cyborg with a human brain. Kurt Steiner. But he still eats, drinks, and does his, Киберпанда! Like a real pig. Чё? Isn't that awesome? Человеческий мозг у него? And there's me, Lily. But you can call me Arrow Captain when we're working. My parents died in an alien invasion, but left me the flying gene. I've been piloting with the best ever since. And this here ship's my baby, the Guillotine. No one can handle her like me. У меня есть подозрение, что я хочу играть за панду. Allow me to translate. My dear friend is asking if you are the scion of the owner of this delightful chop shop. Comrades, we have procured our target. Her first score in weeks. This should please Lily. She mentioned our funds were running low. Not after this. That's fucked up. Well, guys, where's the hostage? Как сказать, где заложник? Maybe they'll pay us half our fee? Ну ладно. Уровень оружия? Зарабатывай экспириенс? А? Кастомизируй эквипмент на базе. Взять миссии. Тут миссии есть. Какими игроками можно играть? Улучшать оружие. Части тела можно улучшать. Угу. Медали. Персонажи и косметика для персонажей. Шутинг рейндж. Окей. Чё это такое? Кастомизировать. Чего? Чего? А что могу с машинганом сделать? Стоит 8. 8 чего? А у меня сколько? И где? 3600, 3900, это чё, нет, это... Панда с миниганом, это потрясающе. Приобрести оружие. Гатлинг. Ага.
Я так понимаю, у меня ноль, да? Всего. Ну, видимо, да. Что пока что, я думаю, смысла этим всем заниматься никакого нет. Нужно идти миссии брать. Сразу видно игрок. Да? Персонажи. А ты за панду поиграть? У панды есть дрель. Ля какая! О, ля. Ага. Так, surgery room. Так, а где? Так, это shooting range. Ну окей. Все понятно. А что за дрейк, кстати? Интересно. Так, а куда мне? А, в том? Вот это что ли? Двери у нее греби. Так. Синглплеер. Здесь, подожди, здесь что, сюжетки нет, что ли, никакой? Здесь просто миссии рандомные, что ли, что? Не совсем понимаю. Story mode is the main mode. To complete missions. Play solo. Play online. Okay. То есть, все-таки, что-то есть. Old City Pursuit. Ну давай попробуем. Чё с детали? Да, я уверен. В смысле 20 минут? А в смысле 20 минут? А зачем вы таймер-то сделали, алё? Нафига таймер-то? Алло. Данные? Угу. Окей. Чика панда, да-да-да. Так и есть. Он может ставить турели панд маленьких. Это было громко. Кто-то следует за нами. Чуть не пропало. Это ломается? Какая мусорка жесткая. Мне кажется, меня звук отстает. Спойлеры. Спойлеры. Надо дамажит. Чьёк.
Люблю недвижимостью заниматься. Ресетающийся, ведь не ресетающийся как-то. Кончающиеся патроны, короче, назовем их так. С откатом вот этим вот. Перегревом и т.д. и т.п. Что-то как-то не очень идея. Просто я в такие игры, мне больше... Давай, Кума, жги. Мне как-то больше нравится в подобных играх просто стрелять бесконечно. А здесь все настроено на то, чтобы ты не стрелял бесконечно. Ты когда стреляешь, ты медленно ходишь. Патроны кончаются. Как грустненько. А ты молодец. Интересно. Зачем? А зачем сюда на карту нужно было? Спасибо. Как-то скучновато. Ну, понимаешь, да? Просто пустота какая-то. Долго идешь, короче, ничего не происходит. Спасибо. Не упал. Или наоборот упал. Это музыка с какой-то контра. В этой слишком много вопросов у меня.
Хирургическая сцена показывать? Вот теперь я хочу посмотреть хирургическую сцену. Так, а можно саунд-эффект избавить, чтобы музычка была погромче? Войс-чат? Куда нахер войс-чат выключу? Фото панды. Так, ладно, пойдем. Это что, все мои ништяки? Давай, все сюда. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Why лежит? 8 из 15. Да подожди, у меня 10 минут осталось. Че, беги давай. Фига не сделали таймер-то. Это так факапит все. Да я понял, что мы будем ставить, да-да-да. Я просто не думал, что это будет прям кат-сцена. Какая-то еще и жестокая, судя по всему. Вот он. Оля! Знакомый чел! Кто так делает? Спредган на 10 секунд. Мое. Бля, она исчезла, не успел. Блин. Что-то пока как-то так себе. Боссы эти ваши. Возвращайся на базу. А чё, как много? Я не взял тут, смотри. Там же было написано 15. А я только 9 взял. Или 10. Лоудинг там 15 секунд, что дура? Чего это такое? 517 кредитов заработано.
какие-то бонусы еще. Ну, окей. Ну, давай посмотрим, что мы теперь можем. У нас 517 денег. Что мы можем? Bad details. Это же так оружие называется, bad. Или это плохие детали просто. Подожди, а в смысле 8 стоимость? Типа у меня 517, а стоимость 8? Серьезно сейчас? Уменьшает перегрев. Потерялся. Это то, что экипировано, что ли, уже? Видимо, да. А что такое? Крит хиты повышает. Подожди, увеличение кулдауна? В смысле? Зачем мне увеличение кулдауна? Мне надо уменьшение, нет? Базовый урон только для машингана. Нельзя экипировать. Слотов в оружии не хватает. А как мне узнать, сколько слотов вообще? Тогда пробуем. А почему нельзя-то? А, анэквип нужно сначала сделать, окей. Да, пробуем. Да в смысле? Торч 44-34. Это так работает. Типа. Подожди, а сколько максимум? Где максимум, сколько я могу экипировать? 34. А тут 36, поэтому оно и не вылезает. Окей, все, вижу. А есть такая же, только левела 1. И вообще, где магазин? Что-то не похоже пока на магазин. Ракетница 2000. ОХМ. Что такое ОХМ? Даже не знаю, только для гаусс-пушки. ВНМ дамаг. Какой-то, видимо, определенного этого типа. Типа, огонь дамаг! Я то, это, молния огонь! Вот так вот, да? Вау. Эпический. Да и стоит эпически. Наносит врагам 100% урона из главной пушки.
в чем подвох? Так уменьшает количество секунд для смены оружия. Увеличивает скорострельность. Огневую мощь и скорострельность оружия. Только для САП-оружия. А. Понял. Что такое development? Свое собственное оружие разрабатывать. Core parts. Ага. А у меня есть хоть что-то? А, разберемся, походу. Так, разработать шотган, лейзерган, гранат лаунчер, баунс гаусган. Шотган, а шотган это у нас что такое? Это спредган? Не, ну попробовать-то можно, почему нет? Так, биоди требуется. Я должен использовать одну из этих штук. Десять очков требуется. Что-то сложно пока. Больше, мне кажется, в меню будешь сидеть со всем этим. Короче, это тип переработка. Если я правильно понимаю. Ты используешь свои вот эти вот значки, чтобы перевратить в их в очки. То есть, типа, карты в очки, вот. Да. Удаляешь ненужные, получаешь новое оружие. Понятно. Еще бы знать, что мне не нужно, потому что я же только начал. В этом свой момент. Я чувствую дамаг врагам и в станущем статусе. То есть, типа, рывком бьешь и можно стрелять. Интересная штука. Cooldown rate. Базовый дамаг. Ну, вот это явно нам не нужно. Критический урон. Я пока не знаю, что тут сломать. Пока толком ничего нету. Enemy Horde Clash. Давай. А можно выйти. Да и base camp, да. Там слева была она, вроде, да? Вот это. Так, трансплантация, черный рынок. Мозг. Можно мозг купить. Увеличивается атака во время комбо. Левел 5. Чё? А? Окей, у нас есть мозг, у нас есть глаза, скелет и органы. В инвентаре что-то есть? Металлический мозг. Или трансплантация обычного мозга в металлический.
Что будет? Так, reduce damage. Spike Roller. Уменьшает дамаг. Spike Roller, что такое, даже не знаю. Защита щита плюс 10. Big Mouth. 4-7, чё это? Контр-РП какой-то, действительно. Давай посмотрим хотя бы, как это будет выглядеть. Еще три доктора. Доктор старый. Android THY7. Wonderful man. Тут так это сделано. Это делает просто бесплатно. И ничего не меняется. Она может типа улучшить. Дополнительные какие-то бонусы дать. Так, может изменить эффект частей тела экипированных. Но изменит эффект, если провалится. Что, можно провалиться? Так, а можно я просто пока основного попробую? Нам обещали, что будет какая-то жесткая хирургическая операция. И все? Ну вы обещали! Мехаскелет. Во время отката оружия плюс 30% перекат. Ха. Увернуться от атаки. Уменьшает обычный дамаг на 5%. Блин, что тут прям, да, РПГ какой-то прям полнейшее причем. Ну ладно, я хотел идти на миссию. Ну а мне кажется, такая долгая. Из-за вот этого вот всего. Что здесь нужно. Стоишь такой одинокий. Не, ну если по чуть-чуть играть, там. Просто я уже немножко чувствую, что может это надоедать. Я взял. Непонятно как.
пока дамага нету. Ты прям это медленно очень со всеми дерешься. Я зикорчик. Уже же огурчик. Шашлычок. Ни хрена себе. Исчезнет. Вали! Ну, в теории ее можно сделать быстрой. Просто надо выбрать апгрейды быстрые. Вот уже отдельная хрень. То, что ты влетаешь в комнату, тебе нужно обязательно бежать. Что-нибудь за ближний бой.
в какой-то степени я не чувствую скорости. Прям вообще никак. Вроде, знаешь, бежишь, вроде стреляешь. Что-то мега эпичное происходит. Ну, в то же время хрен пойми. Действительно, оно эпичное. Или просто скучно. Потому что я сижу зеваю. А это о чем-то договорит. Не хватает какого-то драйва, что ли? Gallery mode. А оно выключится? Гениальный способ закрыть. Прикрыть эти. Как их? Лоудинги. Ты что, издеваешься, блядь? Я на паузу нажал вообще-то. Но это нихуя нечестно сейчас было. Я просто так жизнь потерял сейчас, да? Спасибо, игра. Очень хорошая идея была не делать паузу в игре. Не, ну а вдруг пописить надо отойти, не? Как вы не слышали, да, про паузу? Ладно. Блин, а вот теперь обидно. Я только что жизнь взял. Теперь обидно. Прыгай ты, ёб твою. Это что еще такое? Ля кура какая!
Воу-воу-воу-воу-воу! Что-то у вас тут развелось слишком много. Ну-ка давайте, нахер идите. И раньше периодически какого-то ближнего боя не хватает. В этой игре. Окей, 5 минут остается. Чего? Чего? Ты ебанутый что ли, алло? О. Ну что, ранка опять. Подожди, от того, что мы просто проходим уровень, у нас прокачивается оружие? И все? А это что такое? Нормально денег заработал. Окей, дроп еще набрали каких-то модулей. Фигодулей. Погодулей. Ну-ка, давай посмотрим. Кастомизация. 32 из 34, все равно ничего не поменялось. Или поменялось? Сколько было? 32 или 34? Вроде 34. Я просто думал, может, с количеством повышения уровня будет этот увеличиваться. Так, даунрейд. Что-то новое есть. А у меня что-то экипировано. М2. Левел 2. То, чтобы что-то прямо изменилось. Можем вот это поставить? Нет, даже 24 требует. Нет, это слишком, да? Сколько это требовалось? 16. Тогда придется убирать второе, да?
Ну ладно, у меня тут, в принципе, все стоит. Пока не знаю. А вот это интересная штука. Чем больше у тебя бомб есть, тем больше у тебя дамаг. Но 38. Щит меньше 20%. А, чем меньше хп, тем больше дамаг тоже. Старые знакомые эти перки. Из других игр. А, так, она сохраняется вроде.